замечательная организация, которая говорит Наталья Александровна Лаврова, да. Вот мы пришли сюда, потому что там были, кстати, небольшие технические сложности, поэтому, так сказать, считали, что это ритовский человек, но человек, который сотрудничает вот с нашим театром, надеюсь, в этом году будет это больше и так далее. Вот Наташа прекрасная актриса, прекрасная певица и замечательный человек. Поэтому я кто еще не знал, не видел, вот знакомьтесь, да? Ну ты кого не знаешь, вот знакомишься, так постепенно мы вырастем до размеров труппы Большого театра. Я надеюсь, да? Поэтому, Наташка, к сожалению, сегодня одна песня, да, но я думаю, что у нас еще будут концерты впереди, и любые там тематические, просто дружеские, так что вы увидите и услышите Наташу и как частицу. Кстати, ты тоже читаешь вот эти стихотворения, Василий, вернее. И тебе будет интересно в будущем, потому что как она это делает, чтобы опять же принимать друг друга лучше. Понимаете, да? Просто сейчас нет уже так времени, так бы я сказал, вот Наташа, пусть это Василий, ну вот уже по времени мы немножко так. Поэтому прекрасный человек, прекрасный артист, я очень рад тебя видеть, Наташа, вообще всех вас рад видеть, рад, что мы вместе собираемся, о чем мы споем в конце обязательно, да, и стараемся сделать в этом не очень, ну, не всегда радостным, не всегда добрым. Все-таки больше и так позитива привносим и доброты, стараемся увеличивать. Поэтому спасибо, Наташа, тебе за то, что пришла, несмотря на усталость, на работу, на погоду. Ира Исматвеевна, вы чё?